Здравствуйте, уважаемые любители и поклонники Сталкера. Я думаю, все вы видели начальный ролик «Тени Чернобыля», но не подозревали, что разработчики спрятали, ну не то что подсказку, а довольно-таки интересные факты про этот самый грузовик смерти. Я обратил внимание на одно видео на YouTube. Сейчас все видео мы не будем смотреть, мы будем смотреть лишь картинку с данного видео, но она позволит нам порассуждать на одну очень любопытную тему. Итак, давайте-ка приступим. Вот эта картинка, из которой мы видим, что стрелка в грузовике смерти везет некто из долга. Ну, это видно вот по костюму. Однако обратите внимание на нос, рот и на фотографию одного из членов долга. Сейчас, минуточку. Опа! Ну, похож на Воронина, как вы думаете? Я лично думаю, что очень похож на Воронина. И как написано в сталкерской Википедии, он стал преемником генерала Крылова. А вот что случилось с самим генералом Крыловым, неизвестно. Говорят, то ли он попал под выброс, его группа, то ли там в шахтах она сгнила в чистом небе, то ли свободовцы их перебили. Но непонятно, что стало с генералом Крылова. Однако, Воронин потом стал его правопреемником, то есть начальником, то есть его подсидел. И обратите внимание еще на одну деталь, что сам вот этот вот грузовик смерти, он идет не с ЧС, а с блокпоста, то есть либо с болот, либо вообще за периметр зоны. То есть это никак не могут быть осознания. Но если это послал грузовик осознания, то получается, что Воронин работает на осознание или как так? Да, через блокпост, как они прошли военных, и тут понять очень просто. Долг действительно сотрудничает с вояками, но все равно возникают вопросы. Значит, стрелка, осознание, когда он на ЧС в чистом небе лежит полумертвый, что его осознание перекинуло вообще за периметр зоны, получается так, ну или по крайней мере на болото. Пишите, пожалуйста, что вы об этом думаете, как в комментариях по данному видео, так и на мою страничку ВКонтакте, версии, делайте свои видео по этому поводу. Но тем не менее, это интересный факт, то есть многие думают, что стрелок, когда потерял сознание в чистом небе, потом осознание его затащило в грузовик в 2012 году, и он поехал там на кордон мимо Сидоровича. Но на самом деле выясняется любопытный факт. Во-первых, его вез Воронин, то есть получается, что он предатель долга, как бы, ну, я говорю вещи своими именами, да, это раз. Во-вторых, стрелок по расположению грузовика вообще находился вне зоны на момент начала теней Чернобыля, событий теней Чернобыля, да, и это интересный факт. Но интересный факт еще один, это уже связанный с тем, когда там грузовик смерти опрокинулся, что подходит вот этот самый сталкер. Обратите внимание, что у него такой же винторез и такой же плащ. Нет, неизвестно, кто на самом деле. Я слышал много разных интересных версий, но самая интересная версия, на мой взгляд, что это сын Шрама. Да, он подобрал и его винтовку, ну и, естественно, конечно же, разыскивал отца. Поэтому он первый пришел на помощь, ну, когда увидел подыхающих людей. Также обратите внимание, что в грузовике смерти, помимо нашего героя Стрелка-Меченого, есть также некто в костюме ученого, некто в костюме наемника, но я так понимаю, что по виду это зомбарь какой-то, но тем не менее факт. Есть факт. Кстати говоря, потом, когда ты проходишь игру и там добираешься в локации на кордоне, ну, к грузовику смерти, там почему-то все одеты в костюме монолитовцев. То есть
Вот этот вот сталкер, ну, назовем его сын Шрама, хотя я не уверен в этом, но все-таки версия, мне кажется, красивая. Ну, так вот, получается, что он их убрал. Вот эти вот трупы не только стрелка, но еще вот этого вот ученого и вот этого вот то ли зомбаря, то ли наемника. И потом монолитовцы, ну, которые, видно, как-то перешли на кордон, их либо скосила радиация, что навряд ли, потому что монолитовцы известны своей стойкости к радиации. Ну, или их перебили сталкеры, или военные, что, честно говоря, внушает в эту дольку правды, так как сталкеры могут прижать монолит, если захотят. Это, кстати, стрелок нам, да и Дегтярев, да и Шрам тоже подтверждают. Ну, вот такой вот. Да, еще и маленькая деталь. Обратите внимание, куда грузовик смерти везет, если бы не попала молния, конечно. Он их ведет дальше, через вот этот самый мост. Дело в том, что на момент разработки игры именно вот сюда предполагалось. Ну, по-моему, в чистом небе это и есть. Так вот, сюда предполагалась пространственная аномалия. Ну, то есть пузырь, как в чистом небе в Лиманске. Но почему-то потом в тенях Чернобыля это вырезали. И, по-моему, такое есть в чистом небе. Но я уже забыл. Но, короче говоря, факт интересный в том, что именно опознанный мной водитель грузовике генерал Воронин. Да, а мы уже с вами говорили, что он, ну, по... Похож, давайте еще раз посмотрим, обратите внимание, нос, обратите внимание, рот. Сейчас, минуточку, оп. Ну, просто, ну, сходство, мне кажется, наочевиднейшее, я еще раз повторюсь. Ну, так вот, тут вот самую пространственную аномалию, да, а в пространственной аномалии известно то, что туда в свое время из событий Зова Припяти, из квестов Зова Припяти, мы узнаем, что туда все-таки один из генералов долго туда попал. Хотя, я думаю, это он попал в рыжем лесу, в чистом небе. Но, тем не менее, может быть и здесь, но на мосту он в эту попал этот самый генерал Ткаченко. Но помните, там запись на Городении, я там генерал Ткаченко, бла-бла-бла, попал в аномалию, то да сю. Так вот, значит, генерал Воронин вез, получается, этих самых сталкеров, ну, то ли погибших, то ли полумертвых, неважно, вез эту самую пространственную аномалию сюда. Ну, потому что тут вот, ну, я себе сложно представляю, как вот по этим кочкам грузовик бы прошел. А так, получается, вот грузовик сюда вот приехал бы, сюда вот это самое, или он... Но сюда бы приехал бы, тут и генерал Воронин зачем-то, видно, для перемещения во времени и пространстве, сгрузил бы эти самые тела и как бы провел научный эксперимент. То есть получается Воронин, то есть долг при нем работает не только на... ну, не только сотрудничать с военными, но и с учеными. Но это одна из версий. Потом, да, грузовик мы находим чуть дальше этого моста, вы скажете, конечно же. Но это означает лишь то, что он проехал этот... То, что это самой воронки тут не оказалось. То есть Воронин думал, что тут воронка будет. Она по неизвестным причинам здесь не оказалась. То есть, грубо говоря, я не знаю, бог или какой-нибудь повелитель зоны, например. В модах это часто случается, такой персонаж, как появляется он. Что тут, ну как бы отменил, что ли, пузырь вот этот вот пространственный. И грузовик проехал дальше. Получается так, ну, Воронин не мог не знать, ну ладно, тут военные, они с ними сотрудничают, но ведь потом-то сталкеры будут. Вот как получается. И если не рассматривать версию с пространственной аномалией здесь, то дальше он, получается, шуровал на Агропром. А там уже был вот полковник, то есть СБУшник, как-то я делал это видео, но это не Дегтярев. То ли Петренко, то ли как там его. Я уж, честно говоря,
забыл, ну, короче, который командовал там военными, когда они спускались в бункер под Агропромом. Получается, что нашего любимого стрелка он вез туда или вообще в бар. Тут, кстати говоря, направление можно придумать массово, вплоть до самой ЧС. Однако, повторюсь еще раз, он вез их не со стороны ЧС, то есть о сознании, если и было причастно к этому грузовику смерти, то только лишь тем, что она по каким-то причинам стрелка и других сталкеров просто выбросила из зоны. Кстати говоря, есть еще один любопытнейший факт, но давайте все-таки мы просмотрим. Тоже водят эти грузовики тайно, однако из вырезок, что хоть не водители грузовика, Чернобыля не поймут, а Да, сейчас, также минуточку, это не то сюжетный видео, пик. минуточку. Да, обратите внимание вот на этого самого персонажа, от которого лично у меня мурашки по коже. Думаете, мог бы быть это шрам или нет? А? Давайте посмотрим еще раз. Ну, не знаю, как-то вот плащ сходство есть, в остальном сходства нет, но вполне может быть это и шрам, кстати. Не берусь отвечать на 100%. Однако водитель грузовика смерти, точно генерал Воронин, и получается в долге работают предатели. Получается так. По-другому объяснить это просто невозможно. Спасибо за внимание. Играйте в Сталкера, друзья.